Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в кималочку на сегодня на ролеплей Центральный округ. Муник здесь Кирилл Путбулове. Не забывайте вводить маник по регистрации. Итак, сегодня у нас будет новая серичка. Я снимаю сразу же после той серии, потому что я все еще болею, да, и мне трудно снимать. Но я стараюсь всегда наперед записывать, чтобы потом выкладывать серии и вам было что смотреть. Поэтому с вас обязательно лайки. Ну что ж, погнали. Итак, сегодня у нас будет новая серичка, мы будем крутить рулетки. Сейчас я направляюсь специально в Южный, и там уже на 8 бит попробуем купить пару рулеточек. У меня денег не особо много, это лям 100, но я думаю, нам хватит там хотя бы купить 10-20 рулеток бронзовых, либо купим сильвер рулетки-то. Посмотрим, короче. Ну что ж, вот я уже и приехал на 8 бит. Сейчас будем смотреть, что здесь продается, у кого что. Нам желательно все подешевле купить, потому что денег у меня, повторюсь, не особо много. Так, бронзовые рулетки есть 37 штук по 50 тысяч. Серебряная рулетка стоит 310 тысяч. Блин, как-то дороговато как бы. Камень пространства. Блин, камень пространства стоит 300 тысяч, пацаны. Камень знаний, куриные яйца. Блять, я знаю, что типа камень пространства, ты можешь тпхаться. А камень знаний, я без понятия, что это такое вообще. Пишите в комментариях, кто знает, пацаны. Так, здесь ничего нету. Идем сюда, посмотрим тогда. Так, бронзовая рулетка 50 тысяч. Блять, а чё такие дорогие рулетки бронзовые? Так, здесь ни хрена нету. А здесь у нас бронзовая рулетка 47 тысяч, кстати, стоит. Ну давайте здесь купим, здесь довольно-таки дешевле. Давайте я куплю 10 штук для начала. В принципе, да, это у нас вышло 370 тысяч. Угу, блин. Давайте еще тогда купим. Сколько? Бля, у него бронзовых рулет пиздец много как. Давайте я еще 5 штук тогда куплю. И купим тогда одну стиль рулетку, я думаю. Где она тут была, по-моему? Вот, не, вот этого чувака была, по-моему, да? Так, серебряная рулетка 310 тысяч. Ну, давайте купим одну штучку, в принципе. Я думаю, ничего страшного в этом не будет. Все, у нас остается 110 тысяч. Я потратил все свои деньги на эти рулетки. Надеемся, что нам выпадет что-то нормальное. Сейчас отъедем, мы уже, думаю, будем крутить рулетки. Мне, на самом деле, нужен уровень, чтобы я качал и тем самым прокачивал семью. Ну, добавлялся очки опыта, чтобы добавлялись. Но не знал, я сейчас прокачиваю семью, и нам нужно еще получается 4200 очков, грубо говоря, короче, нам нужно. Поэтому кто хочет там семью, пацаны, пишите мне в ВК, буду всех принимать. Пока что стримы делать я не в состоянии. Я думаю, здесь, в принципе, крутить можно, потому что нормальное место, никто нам мешать не будет. У нас получается сколько рулеток? Давайте я посмотрю. А нет, это донат, стоп. Так, ММ и ежедневная рулетка. У нас есть 17 бронзовых рулеток и одна серебряная. Ну, я думаю, этого хватит, в принципе. Надеюсь, нам выпадет много очков, потому что нужно качать уровень. И надеюсь, из серебряной рулетки может даже какая-то машина выпадет. Все, давайте крутить, я думаю. Ну что ж, вот я и покрутил рулетку. Блин, в сильвер рулетке выпало 8 XP. Довольно-таки обидно. Я думал, хотя бы там азикоинсы выпадут. Но нам выпало просто-напросто XP. Можно, я думаю, еще купить, кстати, 3 бронзовые рулетки, как бы, чтобы было 20 штук за серию. Поэтому давайте, я думаю, мы этим сейчас и займемся. Как бы купим еще 3 штуки, чтобы было ровное число, чисто 20 штук. Поэтому сейчас поехали на 8 бит. Там еще есть рулетки. Сейчас купим еще 20 штучек. Так, вот я уже здесь. Давайте сейчас купим еще 3 штучки у
кого мы покупали их за 40 чем-то тысяч. Так, 50 тысяч, такой себе. Что на видос? Дать подарок, какой подарок? Что за подарок, давайте спросим. Что за подарок? Так, этого чувака ничего нету. 800, то 800, что 800? 800 подарков или что? Ну, которые открывают, где дают АЗ. 800 подарков? Кто там кричит? Киря, Киря. Я не вижу, кто там. А, вон, чувак сзади кричит. А, он их продает, короче. У меня денег нету все равно. Так, бронзовые рулетки, вот, давайте купим 3 штуки еще, и все, можно, в принципе, уходить отсюда. Кирюха, что, давайте напишем. Че ты берешь тут? Так, ну этот чувак, походу, хочет подарить рулетки, поэтому сейчас мы чекнем. Он мне тут Хабиб бабки дает. Спасибо тебе большое, Хабиб Нурмагомедов. Так, он, короче, мне рулетку еще одну взял. Короче, у нас в итоге 4 рулетки будет. Сейчас покрутим их. Я думал, будет заебись вообще. Так, мне Матвей сел. Так, все, давайте здесь встану и здесь покрутим, потому что смысла ехать далеко нету. Короче, я забрал все экспихи, осталось нам там совсем немножко, чтобы прокачаться. Ну, как немножко, еще там 30 экспих, чтобы прокачаться до 23 уровня, поэтому я думаю, смысла уже покупать экспих нету, потому что у меня денег нету. Поэтому все, пацаны, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. I'd be crying.